Так, ребята, ну, совсем последнее видео. Все та же пятница. 6 сентября. Вот как это выглядит. При нормальном свете. Что-то мне так сдается, вдруг такая мысль подошла к голове. Ой, прям аж слюни глотаю. Вроде как еще одного яичка здесь не хватает. Обжаренного лука. Можно даже с обжаренной морковкой. Моя тень. И еще какой-нибудь колбаски. И тогда полный ажур. Вот, в общем, так. Но однообразие тоже, конечно, скучно. Но это... Я вам говорю, это первая неделя. В этой неделе я здесь 3 дня. Значит, 2 ночи. Среда, четверг, пятница. Вот сегодня. 2 ночи. Следующая неделя уже, если все, конечно, пойдет как по плану, если за выходные ничего не переменится, возьму кастрюлю и все, чтобы уже делать что-то более интересное. И еще почему я включил камеру. Еще раз хочу показать, вот там поле кукурузы, и мне это не дает покоя. Мне интересно, вот я там походил по этой кукурузе, некоторые початки довольно-таки внушительных размеров, культурно, так скажем. Хотел уже матюкнуться. И вот я думаю, как долго эта кукуруза еще на корню будет стоять, расти ей, в смысле, когда ее убирать будет, если она будет здесь... на корню до самого, как говорится, последнего момента, то еще, наверное, початки еще подтянутся, и там уже, наверное, и кукурузу варить буду. Хотя пару початков нужно было бы и разобрать. Ладно, посмотреть на саму сердцевину. Ладно, на следующей неделе. Ну все, яичница уже с колбаской вот-вот-вот-вот-вот подходит. Вот там вот, если видно будет угли, ну как, в принципе, принцип такой же, как и на мангале. Короче, все меня прекрасно поняли. Все. Спасибо.